Девчонки, всем привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. И да, как вы поняли из названия видео, сегодня будет очередной обзор моих покупок, именно хозяйки на заметку. Это те средства, на которые в магазине остановился мой взгляд, и те средства, которые я всегда беру, либо те же средства, которые я хотела просто попробовать, либо дать шанс. И если вам интересно узнать, что это были за покупки, тогда я вас приглашаю к просмотру, надеюсь, это для вас будет и интересно, и полезно. Итак, девочки, начну, наверное, с безусловного своего фаворита, и это те покупки, которые совершаю постоянно. И как вы поняли, да, девочки, речь идет именно о бумажных полотенцах фирмы Зева. Ими я пользуюсь, как вы уже знаете, не просто в уходе именно на кухне, да, как бумажными полотенцами, а также я их пользуюсь именно в косметических целях, когда умываюсь. И если наступит тот момент, и я созрею наконец и буду снимать видео мой уход утренний либо вечерний, безусловно, данные полотенца там будут фигурировать. Так что вот так вот, девочки, как вы поняли, я уже открыла упаковочку и активно ей пользуюсь. Данных влажных полотенец именно парочки хватает на месяц. Так что вот так вот. Конечно, они не бюджетные, но они стоят своих денег. А следующее, что я покупаю. И в этот раз я пришла в магазин Магнит Косметик и смогла купить только одну упаковку. Это средство для чистки канализационных труб. И этим средством я прожужжала вам все уши. И, девочки, я в миллионный раз говорю то, что это действительно бюджетная находка, после которых именно вот что касаемо канализационных труб на кухне, нет никакого неприятного запаха из труб. Отлично все вычищает, нет никаких засоров. И за ту стоимость, то, что они стоят, грех не купить и не пользоваться. Я им пользуюсь буквально один раз в месяц, либо два раза в месяц, и мне этого хватает, и у меня нет никаких головников, что там и как. Главное — уметь правильно пользоваться данным средством. Как я говорила, если у вас уже раковина, как у меня, из нержавеющей там стали или из чего они там сделаны, тогда нужно просто аккуратненько его насыпать, чтобы не было никаких пятнышков. Так что вот так, это безусловный фаворит в моих покупках. А следующее — это старушка Фэри, которую я покупаю, и данной упаковки в 500 мл хватает на месяц, и она меня во всем устраивает. Данным Фэри я пользуюсь не только для мытья посуды, я также пользуюсь для мытья пола на кухне. Именно тогда, когда я что-то жарю на газу, что-то, знаете, там пирожки, либо еще что-то, когда, знаете, там все брызгает, и Фэри отлично отмывает пол, и нет никаких разводов, нет никакой неприятной липкости. Вообще классное средство, выходит за кухонными принадлежностями. Отлично вымывается с посуды, отлично отмывает жир, нет никаких нареканий, запах с посуды уходит, то есть нет противного химического запаха. Классное средство за свою стоимость, меня полностью устраивает, и пока я буду пользоваться точно им. Так что вот так вот. Следующее средство, к которому я вернулась, и я не знаю, может быть, на меня продавец-консультант так подействовал, что со мной произошло. Я взяла опять ваниш антибактериальный для ручной стирки ковров. В очередной раз пришла в Магнит Косметик, я долго думала, что мне выбрать, но, к сожалению, настолько скудный выбор средств для чистки, для ручной чистки ковров, либо мягкой мебели, что, увы, ах, я опять купила его, и продавец-консультант сказала: вы, наверное, делаете что-то не так, он отлично отмывает, отстирывает, он номер один среди всех средств, которые идут именно для ручной чистки ковров. И в очередной раз я его взяла попробовать. Если и как его собрать мне не понравится, конечно же, больше я точно брать его не буду, потому что, ну, как-то что-то я не думаю, то что стоит возвращаться будет к этой покупке. Ну, не знаю, дам еще один шанс. Как вы видите, полная упаковка, я им еще не пользовалась, думаю, в ближайшие дни мне нужно будет почистить мягкую мебель данным средством. Так что вот так вот. Следующее, что я купила, это вот была вот такая вот щеточка. Покупка была, кстати, совершена в обычном хозяйственном магазине. Я не помню, сколько стоило. Мне нужно было это щеточка такая вот, насадка даже, да, тут можно поставить палочку, чтобы вам было удобно. Как вы поняли, это для мытья стекол.
Не так давно был чистый четверг, и вот эта вот штука, несмотря на то, что она кажется достаточно такая хлюпенькая, классно мне помогла помыть окна именно снаружи. Хорошо отмывает, вот эта штучка хорошо пенится, хорошо передает всю вот влагу, весь продукт. Вот этот скребок отлично убирает, не оставляет никаких разводов. Классная штука, по-моему, что-то в пределах 100 рублей это стоило. Не знаю, мне понравилось, я довольна. Сюда можно, как я уже сказала, придумать какую-то палочку. Я ничего не придумала, пользовалась вот так вот, так что вот так вот, хорошая штука за свою стоимость. И, девочки, как вы поняли, вот стоит безусловный мой просто гвоздь номера. Как я уже говорила, я просто маньячка стирок, и в этот раз я решила попробовать лоск формула пятен Color 6 килограмм на 40 стирок. И надеюсь я, что этого порошка мне хватает намного дольше, чем до этого я брала Персил, потому что я стираю через день, и вы все знаете то, что у меня маленький ребенок, и увы и ах, сложилось так, что мой ребенок, он не всегда любит рисовать только в альбоме, и он рисует и на себе, и стирка, и он любит лазить. И, в общем, я люблю, когда мой ребенок одет в чистое, я люблю ощущение чистоты, я люблю одевать всегда свежие вещи, и поэтому я стираю через день. И, надеюсь, формула детектора пятен от фирмы Лоск, я надеюсь, этот порошок мне поможет. И если он мне не поможет, конечно же, я взяла ему в помощь это Шерами Актив Окси Макс отбеливатель, кристальная белизна с активным кислородом. Его здесь 800 грамм, как вы видите, из упаковки я им активно пользуюсь. И да, в моих первых пустышках, по-моему, не в первых каких-то пустышках, я рассказывала о его собрате, который я хвалила вам. Только он, я покупала такой отбеливатель, только он шел в более твердой упаковки пластиковой, но состав абсолютно тот же. Классное средство, но единственный минус то, что он полностью не растворяется в горячей воде, то есть как бы, ну, такой двоякий. Но все равно это средство дает вторую жизнь вашим кухонным полотенцам. Если вы такой же любитель кухонных полотенец, не каких-то даже там цветастых, а именно, чтобы они были светлые, бежевые, белые, это вообще реально помогает. То есть отстирывает, убирает какие-то пятна, как вы знаете, кухонные полотенца это всегда караул, и, ну, этот отбеливатель реально справляется с тем, что он дарит именно вещам белизну, он убирает какую-то серость, убирает пятна и помогает, в общем, в хозяйственных стирках. Классная штука, и также здорово продлевает жизнь каким-то белым вещам, и я надеюсь, то, что вот так вот в дуэте они будут отлично гармонировать. И вдогонку к ним я купила вот такой вот кондиционер от фирмы Lenor. До этого я всегда проходила мимо него. Как вы знаете, я люблю Вернель, но, к сожалению, Вернеля того, который я хотела, его не было, и мой просто как-то, не знаю, взгляд остановился на Lenor. Я попробовала на запах вот этот вот суперконцентрат парфюм «Сказочная магнолия». Мне он понравился, как работает, как пахнет именно в бутылечке. И я надеюсь, то, что он мне понравится, как будут пахнуть мои вещи данным кондиционером. Производитель пишет нам то, что здесь хватает его на 26 стирок. И свежесть до 7 раз дольше в сравнении с детским кондиционером от фирмы Lenor. Не знаю, как-то вот, наверное, более подробно уже смогу рассказать о нем в пустых баночках. Так что вот так вот. Это были все мои покупки, девочки. Если вам понравилось данное видео, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. И, девочки, если у вас есть безусловный фаворит, которым вы пользуетесь долгое время, либо вам нравится какое-то средство именно для чистки ковров, либо покрытия именно мягкой мебелью, диванов, да, подскажите, пожалуйста, потому что, блин, я реально сейчас нахожусь в поиске, и это прям очень-очень нужная вещь мне в хозяйстве. Я буду вам, безусловно, очень благодарна, если вы мне подскажете какое-то средство. И вот, опять наболтала, много чего, надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Проходите по ссылкам, бродите по моему каналу, может быть, для вас что-то будет там интересное и полезное. И да, если вам было интересно и полезно, и это видео было информативное для вас, тогда не забывайте подписываться и ставить лайки. А с вами была ваша Ира, всех люблю, целую, всем пока-пока!